могу поверить, что я наконец-то добился успеха. Наконец-то! Наконец-то! Столько лет кропотливой работы, и вот, новое биологическое оружие готово. Достаточно всего лишь одной капельки, чтобы растительность вокруг ожила и знатно покалечила врага. С этим оружием Российская Федерация станет непобедимой. Она двигается! У меня получилось! Она ожила! Нужно срочно позвонить начальнику! Алло, ну кто это? Дэн, это я. Ну и какого ты мне звонишь? Я смог разработать новое биологическое оружие. Ты что, с ума сошел? Ты же знаешь, что биологическое оружие во всем мире уже запрещено. Это бесперспективно вообще. Ну, это не совсем биологическое оружие. Это вещество, которое позволяет растениям оживать и передвигаться, истребляя людей. Мне нужен полигон для испытаний. Так, господин ученый, переставайте там уже употреблять спиртные напитки. И звонить мне по каждой ерунде. Либо вы займетесь делом, наконец, либо пишите заявление об увольнении. Мне ваши вот эти вот сказки не нужны. И полигона вам не видать, как собственных ушей. Но я могу доказать это. Позвольте мне провести испытание в окружающей среде. Полигоном для которой выступит какая-нибудь деревушка или городок, которые никому не нужны. Да пожалуйста, проводи что хочешь, алкоголик хренов. Только если в ближайшие 2-3 недели я не получу никаких результатов, пеняй на себя, я лично приеду засунуть это твое биологическое оружие тебе. Хорошо, я понял. Завтра я проведу испытание в районе Зеленограда. И если вы по новостям услышите, что по городу бегают толпы кустиков, цветочков и деревьев, истребляя людей, то я попрошу повышения. Вначале протрезви, а там посмотрим. До скорого. До скорого. Матерь божья, перестали лишь следить за этим алкоголиком. Ни одной трезвой идеи. То с жуков он каких-то разводит, которые поедают резину с металлом. Теперь у него вооруженные кустики забегали. Ну вообще шо. Да, такими темпами сам подал на увольнение. Лучше уж поберегу свои нервы, чем каждый день то от одного, то от другого дебила выслушивать эту чушь. Наташа, приготовь мне кофе покрепче, пожалуйста. Не зря я записываю все его звонки. И если в Зеленограде и правда завтра начнется апокалипсис, то отвечать за него я уже точно не буду. Такс. Разолью-ка я вещество, пожалуй, здесь. На окраине Зеленограда.
где бы мне испытать свою сыворотку? Нужно выбрать какое-то растение. О, крапива. Я думаю, подойдет. Чиновники, мать их. Опять отменили все автобусы. Сами на вертолетах повсюду летают. А нормальные обычные люди. Пфф, да кому до них есть дело, правильно? Что за уроды, ненавижу. Похоже, я что-то слышал. Успехи моего эксперимента узнает весь город. Ну, как вам мое новое изобретение? Ты что натворил? Целый город о таком вот этим твоим изобретением. Почему ты не
предложил испытать эту... этот ужас на полигоне. Вы же меня сами допустили. Сказали, тестируй на месте. Да, сказал. А я выполню. Хорошо. Ждите дальнейших указаний. Уже сколько народу, крапива, Идиот, почему вот до этого у него все, не только это, вот именно звучало так, что... поверить, крапива, кустики, Не могу. Слушай, ну вот ты говоришь, ты веган, да, до сих пор ты все еще мясо не ешь, да? Ну да, не ем, только овощи, фрукты ем. А то, блин, ну животных же жалко, зачем их есть? Ну вот ты ешь всякие растения там, а вообще-то у растений тоже есть нервная система, они чувствуют боль. Даже учеными проверялось это. Ты не боишься, что когда-нибудь какая-нибудь крапива тебя сожрет? Чувак, ты втираешь мне какую-то дичь. У растений нет центральной нервной системы, они не чувствуют боль. Да не, нифига, есть у них очень простая нервная система. И они живые, они чувствуют все. И они обязательно когда-нибудь отомстят тебе. Ну тебя нафиг, чувак, ты какой-то бред мне несешь, бля. Крапива, убийца, что за чушь? Пойду я от тебя. Иди, иди, но однажды крапива обязательно найдет тебя.
Нет, 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 я больше не буду жрать растения, не надо, не убивай меня, нет. Вот и еще один день прошел. С того момента, как я завалил акулу-призрака, прошло немало времени, а так многое изменилось. Я снова вернулся на службу, но уже не в полицию, а в военно-космические войска РФ. Моя жизнь крайне монотонна. Вот бы сейчас приключение какое-нибудь. Ну ладно, пойду посмотрю, что там идет по новостям. Как хорошо на родном диванчике. Добрый день, жители Российской Федерации и все, кто меня сейчас понимает. В эфире новости. Главная и самая обсуждаемая новость как в России, так и за ее пределами. В районе города Зеленоград неоднократно замечена живая крапива, которая может передвигаться по земле. Известно по меньшей мере об 11 случаях нападения, некоторые со смертельным исходом. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин ввел в городе чрезвычайное положение. Данных поступает очень мало, поскольку жители города эвакуируют. Что собираются сделать военные, неизвестно. Мы будем следить за развитием событий, а пока к другим новостям. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин встретился с лидером Китайской Народной Республики. Севастополь, Севастополь! Алло? Дмитрий Анатольевич? Алло, господин Иван Кузнецов, вы уже смотрели новости? А откуда вы узнали, что я их только что посмотрел? На то ты человек военный, что все про всех знаю. В общем, не суть. Иван, ты ведь отлично работаешь в очень нестандартных ситуациях. Ты единственный, кто додумался посмотреть именно в Яндексе способ убийства акулы-призрака, в то время как остальные гугли и нифига не находили. Как ты отвлекся? Товарищ старшина, так зачем я вам нужен? Видишь ли, Ваня, тут такое дело. Мы изначально хотели задействовать 10 тысяч бойцов в борьбе с врагом, но мы поняли, что слишком поздно. Враг размножается с настолько пугающей скоростью, что, возможно, ждет конец света. По крайней мере, РФ-ская часть России точно крышка. Поэтому мы приняли решение сбросить на Зеленоград бомбу и отрушить его, ебаную мать. Так, в чем моя миссия заключается? Ты должен будешь принять участие в ликвидации последствий. А почему именно я? Потому что все, это не обсуждается. Собирай минимум вещей, не готовься к перелету. В фазе Зеленоград. И это приказ. Хорошо. До связи. До связи. Ну и где этот дружок? Мы же договаривались здесь встретиться. А его что-то опять не видно. Опять опаздывает. Ненавижу, когда опаздывают.
О, блин, комары летают. Ну а что еще можно было ожидать? Тут прошел ливень. Ливень, блин! Один день без ливня. Вышел, позвал друга, чтобы... сидели опять, побухали. Нет. Он опять, небось, задрачивает в какой-нибудь Warcraft, Assassin's Creed или GTA 5. Звоню ему, что ли. Абонент временно недоступен. Грёбаная... Тут нет связи. И нафига я вообще приперся в этот лес? Я даже бухач не взял, бухач не взял! Минутку. Что это там за... Нифига. Я еще не принял. А уже глюки какие-то пошли. Так. Ну-ка. О боже мой, нет! А, боже, 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 нет, нет, господи, господи, она меня ест, боже, как больно, о, боже мой, господи, 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 нет, 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 отцепись уже, отцепись от меня. О, боже мой, отцепись. Почему опять я? Только потому, что я всегда держу слово и исполняю приказы. Возможно. Диспетчерский центр, Жуковский, борт номер 13, эшелон 11000, курс 056. Прошу разрешения подняться до 11500. О, черт. Нет, Жуковский, терпим бедствие, чрезвычайное положение на борту. Терпим бедствие. Диван, я покидаю тебя ненадолго. Севастополь, Севастополь!
Алло? Иван, планы изменились. Операция провалилась. Крапива оказалась много умнее нас. Каким-то образом проникла на самолет, который вылетел из Жуковского. Как только он набрал 11 километров, то крапива попала внутрь и убила пилота. Потом самолет рухнул на Раменское, и все. Там просто пепел. Число жертв превысило 50 тысяч. Никто, понимаешь, никто не верит нам, кроме Путина. Но все равно. И что теперь? Иван, планы меняются. Теперь мы тебя закинем прямо в эпицентр эпидемии. Ты должен будешь добыть образец крапивы, чтобы у нас был хоть какой-нибудь шанс. Мы уже посылали четверых, но мы даже так их и не нашли. Максимум, что мы смогли сделать, так это полностью осветить этот ебаный город и эвакуировать всех жителей. Готовься. Все инструкции ты получишь, пока летишь. Я понял. Это приказ. Выполняй. Что ж,
Что произошло? Голова раскалывается. Ну кто мне опять звонит? Алло? Иван, ты просто молодец. Смог добыть живой образец. Хорошо, ты успел включить свой аварийный маяк. Вы так себя бы и не нашли. И какие новости? Узнаешь, Ваня. Очень скоро узнаешь. До связи. До связи. Да уж, вот это тебе приключение. Стоим. Кого, грибы? Да. Слушайте, я видел где-то на юго-западе грибы. Я унюхала их. Да. Унюхала грибы. Компас, компас у меня вот здесь. Вот, вот. Знаете, решила снять такое хом-видео. Хом? Опять? Хом. Мало славы твоей. Мне опять основа. Попрошу. На память решила нас снять. А то фиг знает, вернемся ли мы живые с этой походки или нет. Начинается. Ну мало ли, у нас всякое начинается. Потом плохо заканчивается. Ну да здрасте, решила. Где вы тут по навигатору? Где, где? Я же говорила, Семен, не идти сегодня. А когда что? Голодная, я уже грибочек хочу. Пойдем искать, что когда, ты. Когда дождик, между прочим, Семенов на грибочке, в самый раз. Ой, даже, по-моему, там вообще мальчик это играл на духе. Дождь выбывал, и грибочки вырастали, нет, нет, что-то ты из какой-то детской связки взяла, это уливно. Ага, продулочку. Продулочку? Слушай, Захар, ну что ты снимаешь-то? Я что снимаю? Ах, хуй знает, что снимаю. Кто-то идет. Ты говорила, никого нет в лесу. Это не одни. Блин, комары. Девочки, вы видели, какой мужчина прошел знатный? Конечно. Что элегантно выглядит в любое время года и в любую погоду. Посмотрите, какой дресс-код у Гулиев. На синий плащ. Леопардовая сумочка. Или леопардовые тапочки. А посмотрите на Семёна. Юбочка от Сручи. Зонтик пафосный, сумку откопала на какой-то помойке. Все лучше в традициях старых кляч. Твои грибы. Нет, тут ничего не растет. Да ты погляди внимательно, линзы-то протри. Ничего такое, ничего. Смотри, какой крупный гриб-то. Ты посмотри, наверное, белый. Белый? Мне кажется, что да. Ну-ка, тут аккуратно, ты что? Это ж крапива. Ой. Слушай, Гулина, может, соберем крапивки-то на крапивный суп? Супчика! О, там... сочная какая! Ой! Тут она какая-то... Больно жалящая какая-то крапива-то. Ну, значит, сочный супчик будет, самое-то. Ну, нарвём-ка мы. Ну, всё, я, короче, рву, вы тут пока болтаете. Давай, рви крапивку, всё. Нормально. Всё, короче. Ой, уныя погода, конечно, ой. Что-то, что-то прям так журчит, как дождик, что-то туалет захотела. Ой, там... А вон пустые, Захар, подержи, Семёна, подержи. Ну иди, господи, бегай. Приспичило, дом не сходить, что ли, Вася. Как говорится. Блин, давай быстрее, да. Долго не задерживайся, да, в кустах. Да, не будем ждать. Сейчас грибы ждут и ужин. Курить, что ли? Давай, травы.
починила. Ну что это такое? Мне нравится это. А новый не купить? Нет, не купить. У тебя пенсия большая, что ли? У меня нет, это хоть тебя говорят большая. Старухи вон в округе. Ну что старухи-то говорят, я и так знаю, что говорят. А какая у тебя пенсия-то, ну? 15 тысяч. Откуда? За какие заслуги? Рассмотри на меня и пойми, что какие заслуги. У тебя доска, два соска. Что это? Какие? За мои соски. Две доски. Придумала. Так, где Гулина? Гулина! Тут она стирать-то ушла и не дошла, походу. Блин, она туда, в лес пошла. Гулина! 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 Ну что, крапива, да ч***а! Ой, ёшки, как она пробралась-то? Пошли посмотрим. Смотри, а вот тут тропинка какая-то, правда она вся тропинная какая-то. Вот смотри, тут как-то тропинка большая. Да мы уже на суп нарвали. Ой, тут постоянно она вызывает у меня тут подозрение с тропивы-то. Посмотри, какие стандарты большие. Да иди, ты еще гулин, хватит болтать. Ты тропиву-то посмотри, она большая какая-то. Ой! Видать, я там обосталась. Вот смотри. Ой, крапивы-то смотри, как много-то. Там и большая какая-то. Неужели Гулина сюда пробиралась? Гулина! Она далеко так пошла, думаешь? Да вообще, смотри, протоптано все. Наверное. А тут не похоже, что нет. Господи, как страшно! Про супчик-то ты не забывай. Итак, отдаю приказ поднять в воздух 3 самолета, заправленные веществом Е-948, и рассылать летающие самолеты с Зеленоградом и всеми его окрестностями, в том числе и за линиями оцепления.
Добрый день. В эфире новости. Сегодня днем из города Зеленоград пришли хорошие новости. Крапива-убийца полностью была уничтожена путем сброса специального химического вещества. Министр обороны сделал заявление, согласно которому уничтожено 100% противника. Уже в скором времени местные жители смогут вернуться в свои дома. Мы будем держать вас в курсе событий. А теперь перейдем к другим новостям. No, what is it? Ah, no, 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 no. It was a horrible day.
Это вас.